Всем здравствуйте! Прошло более 4 месяца с тех пор, как ушел из жизни кумир миллионов Юрий Васильевич Шатунов. Семья, друзья и близкие тяжело переживают утрату. Особенно в последнее время активизировался бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он не переставая делает громогласные заявления. Сначала он объявил о планах воссоздать знаменитую группу. Он заявил, что для этого будет сформирован новый коллектив. Он будет состоять из молодых ребят, которые будут работать. Затем Разин объявил о том, что весь контент, связанный с Юрием Шатуновым и прежними участниками группы, будет удален из интернета в течение нескольких месяцев, за исключением источников самого Разина и «Ласкового мая». Он отметил, что для новых исполнителей создадут отдельные страницы в сети. А сегодня бывший участник группы заявил о том, что считает хайпом заявление Андрея Разина о воссоздании «Ласкового мая». «Я думаю, что это бесперспективное мероприятие. Потому что поклонницы не примут никакой другой проект. Он просто не пойдет. Да и музыкальной ценности, я думаю, не будет. Я не думаю, что даже найдутся какие-то спонсоры под такую ерунду», отметил Сергей Серков. Также адвокат Сергей Васильев, представляющий в суде интересы жены Юрия Шатунова и его детей, назвал бредом заявление Андрея Разина о том, что он собирается убрать записи Юрия Шатунова из публичного пространства. «Этот карабасовский бред я не комментирую», – заявил Васильев. А тем временем многомиллионные почитатели таланта Юрия Шатунова решили провести митинг в поддержку знаменитых хитов своего кумира. Точная дата намеченного мероприятия пока неизвестна. Понятно только одно, что подобные выпады Разина в адрес ушедшего певца не останутся незамеченными. Напомним, Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня. Ему было 48 лет. Причиной случившегося стал обширный инфаркт. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!